Решили мы сегодня нарядить как раз-таки елочку. До Рождества осталось немножечко. Вот это все наши игрушки. Игрушки мы подкупаем всегда, каждый год. Нам все время кажется, что мало. Мы вот такие, у нас всякие-всякие красные, желтые, зеленые. Но в основном, конечно, все шары. Но очень много различных шаров. Но есть и вот, например, такой вот. Это вот такой пряник, которому лет уже, наверное, лет 5, когда-то Костик из Германии привез. Потом еще вот такая тоже звездочка есть, пряник. Тоже уже несколько лет этому киндер-шоколаду. Еще у нас какие-то ангелы нарисованные были, но уже не знаю, где они. Вот это наше богатство. Игрушечное я имею. Будем наряжать, украшать елочку. Елочка пока у нас вот еще не собранная стоит. Сейчас мы ее нарядим. Ну вот, 50% работы сделано. Елочка собрана, обмотана блестящими гирляндами. И вот так это будет у нас выглядеть в темноте. Прямо и звезда там горит. А, еще звезда не горит. И все так прям мерцает. Даже без игрушек уже красиво. Но обматывать этими огоньками елку, это, оказывается, тоже целая наука. Это не просто так. Ну, знамо дело, папа с Костей поспорили немножечко, как надо правильно, куда что закручивать, завинчивать. Но в итоге, в общем-то, получилось хорошо. И сейчас мы с Костиком последний мазок, так сказать, вот этими вот игрушками украсим. Все. Ну и в конечном итоге у нас получилась вот такая вот елочка. Как сказал Костя, 7 на 10. Но в следующем году мы решили попробовать купить настоящую живую елку. Да еще вот там звездочка не горит, там надо специально был тройник принести. Ну, в общем, вот так.